Я в Твери, около железнодорожного вокзала. Прямо на вокзале находится такая красивейшая церковь. Вот здесь вот впереди вокзал. Я его только что перешла, вот эту дорожку. Рядышком KFC. Как будто бы они еще не ушли из России. Вот теперь я иду на проспект Чайковского. И по ней где-то полчаса мне до центра. И там я обоснуюсь.